друзья, всем привет, всем доброе утро, добрый вечер, добрый день, друзья, всем берегам, всем островам, друзья, всем, неважно, где вы находитесь, главное, что вы смотрите меня, и я благодарен вам за это. С вами на связи, как всегда, Женек, вы на канале «Говорим про eBay», и сегодня, друзья, мы будем разворачивать очень-очень серьезную тему, но до того, как мы начнем, вы знаете, есть определенный ритуал. Ритуал подписочки, ритуал лайкосика, ритуал комментария, ритуал залетания в телеграма, друзья. Когда вы делаете вот эти все вещи, вам открывается мир знаний, и тогда вы становитесь еще лучше продавцом. Или если вы не были до этого продавцом, то вы им становитесь. Вот, друзья. А сегодняшняя тема, я хочу, это будет вступительный ролик в тему роль социальных сетей в жизни моего магазина в eBay, друзья. При чем здесь это, как это действует и какие, о каких социальных сетях я вообще говорю, друзья. Оставайтесь до конца этого ролика, и я обещаю, что вы узнаете, опять же, это вступительный ролик, но часть информации будет выложена уже сегодня. Мы будем сегодня понимать, для чего это вообще нужно. Вот, друзья, без лишних замедлений давайте начнем говорить про социальные сети и eBay. Давайте немножко перелистаем, какие социальные сети у нас вообще существуют и какие из них самые популярные. У нас есть, друзья, Facebook, у нас есть Instagram, у нас есть TikTok, у нас есть ВКонтакте, у нас есть Pinterest, у нас есть, что еще у нас есть? Ну, даже Одноклассники есть, вот если, ну, кто-то конкретно на русскую публику. У нас есть много разных сайтов, социальных сетей, в которых мы участвуем. Или участвовали, но сегодня мы не участвуем. Но все эти платформы, они отличные отличники, отличные парники для развития вашего магазина. И вы спросите сейчас вопрос, а при чем здесь Facebook, eBay, как это вообще связано? При чем здесь Instagram и eBay, как это вообще связано? Друзья, вы же в конце концов продаете какие-то продукты. У ваших продуктов есть определенная публика. Эта публика, она не находится только в eBay. Она находится во многих-многих разных пространствах, и она разбросана для того, чтобы дойти до максимального, как говорится, как это слово говорить, до максимальной экспозиции, я буду говорить терминами из фотомира, до максимальной экспозиции, чтобы дойти до идеальной, не до максимальной, а до идеальной экспозиции, вам нужно задействовать все вот эти социальные сети. И когда я говорю задействовать, что это значит? Вот, друзья, когда я говорю задействовать, это значит, что вы должны встроить себя в каждую из них. Если мы говорим о Фейсбуке, вам надо открыть там профиль, создать бизнес-страничку, может быть, группу и продвигать это так, как и органично, так и за деньги. Если мы говорим про Инстаграм, это то же самое. Если мы говорим ВКонтакте, если мы говорим про Pinterest, если мы говорим про Google, друзья, все эти платформы можно продвигать на них и органично, и за деньги. Но это намного позже. Вот. И давайте продолжим говорить о eBay и их, его связь к социальным сетям. Когда вы построите себе профиль и построите, давайте возьмем Facebook, будем говорить о Facebook и о Instagram, потому что это самые знаменитые, самые легкие там. Такие варианты, относительно легкие, да. Я, допустим, открываю профиль в Фейсбуке, строю там себе бизнес-листик. С этого бизнес-листика я переношу товары, хотя я могу открыть и бизнес-магазин. Но в этот, неважно, что он у меня будет, магазин или просто бизнес-страничка, которая продает что-то, я буду в нее перетягивать мои товары с eBay. Вы понимаете, друзья? Создается я не буду говорить на русском, на иврите у меня лучше получаются некоторые слова. Корреляция, ну неважно, вы поняли. Создается, короче, связь между этими двумя платформами. И не просто связь, друзья. Кроме того, что вы посылаете поток какой-то информации в Facebook, Facebook возвращает вам этот поток информации, друзья. И получается, что вас видят и смотрят очень-очень много людей. Вот представьте. Давайте проведем аналогию с роликом от YouTube. Вот как я хочу продвинуть свой ролик на YouTube. Однозначно, что мне надо быть во всех социальных сетях, которые только есть. Это не важно, они LinkedIn и Facebook, и Instagram, не важно, как WhatsApp.
Telegram. Мне везде, везде надо быть, чтобы получить максимальную экспозицию, идеальную экспозицию, максимальную, и увеличить свой объем людей, которые приходят, увеличить свой объем, да, потока людей, которые приходят на мой бизнес-магазин, друзья. И для этого вот существуют социальные сети. Когда вы создаете эту симбиозу между этими платформами, ваш магазин начинает расцветать. Ваша грядка начинает, на грядке начинают появляться растения, и потихоньку эта грядка даст вам плоды. Друзья, вы же понимаете, чем в больших местах вы будете зарегистрированы, тем больше людей вас увидят. Чем больше людей вас увидят, тем больше, конечно, шансов, что у вас что-то купят. Вот такая примерно математика, друзья. Я не буду сейчас вникать в тонкости, как строить магазин, как открывать профиль в Фейсбуке, Инстаграме, LinkedIn, WhatsApp, везде, везде, везде. Друзья, это уйма информации. Фейсбук особенно, он и легкий, и сложный. Он легкий, да, для простого пользователя, но сложный для людей, которые хотят там продвинуть свой бизнес. Потому что вот за последние года он очень-очень внедрил много вещей туда. И не, даже я иногда захожу и начинаю теряться. Но я с Фейсбуком знаком очень долго и занимался также бизнес-сферой в Фейсбуке. Так что он мне не страшен, друзья. И я с радостью поделюсь всей информацией, которая у меня присутствует по поводу всех этих платформ. Друзья, надеюсь, этот ролик был вам полезен. Вы черпнете из него какую-то ложку информации, вобьете ее себе вот сюда в коробочку и потихоньку начнете думать, как вы можете, после того, что, конечно, вы зарегистрировались на eBay, подключили Payoneer, сделали все, что вам надо, только после этого, после того, что вы уже просидели в eBay, только вот тогда можно уже, не то, что можно, уже нужно начинать продвигать и расширять, как говорится, свои масштабы и свои границы, растягивать вот эти границы, в которых вы находитесь, когда вы только продаете с eBay. Вы спросите, есть ли у меня опыт с переведением товаров с eBay на эти платформы? Есть, друзья, и на Instagram, и на Facebook, и в Google. Обязательно все вам покажу, расскажу, насколько это было полезно, насколько это не полезно, сколько это стоит, потому что там суммы тоже довольно немаленькие, друзья. Вот. Друзья, все. С вами был Женек. Вы были на канале «Говорим про eBay». Я рад был, как говорится, поделиться с вами очередной порцией информации и, ну, и полезным, и полезных мыслей. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки, оставляйте комментарии, спрашивайте меня разные вещи, залетайте в группу в Телеграм. Друзья, там много кипиша. Вы можете писать мне в Инстаграме, есть ссылочка в описании. На Телеграм тоже ссылочка в описании. Можете писать мне где хотите, друзья, короче. Все, я с вами на связи. Если что, обращайтесь.